Повесьте вот огромными буквами, и если ритейл хоть раз торгует товаром, закрывайте к чертовой матери бизнес. С тем же успехом, когда вы приходите покупать бутылку воды, я могу сказать, что я торгую холодом. Ритейл – это комплексная услуга. И когда вы говорите про наценку, извините, уж простите, к вашему возрасту, найдите хоть один экономический учебник. Я действительно на этот вопрос уже заколебался 20 лет отвечать. Нету такого слова «наценка». В природе не существует, ни в одной экономической теории. Потому что, извините, ритейл зарабатывает 2-3%. Потому что действительно товар не является базовой потребностью клиента. Когда он приходит в точку продаж, ни базовая потребность, ни товар. И не налоги, и не все остальное. Вот до тех пор, пока вы не осознаете, что такое потребность, вот эти два термина – накрутка, наценка. Вы должны давать ритейлу ровно столько, сколько он может заработать, оплатив свои издержки. А издержки у него кратно больше, чем у вас. Кратно больше, чем у вас.